Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Спинова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня бокс называется от Claim Gain Coins, который платит инстантно Faucet Pay. Я этот бокс уже проверила на вывод, абсолютно без рефералов. Все шикарно, бокс платит. Все здесь простенько. Даже вот здесь вот как бы оплата, да? Давайте посмотрим. Ага. Меня перебросило на Telegram канал. Давайте глянем. Потому что я добавилась в группу Telegram. Там 9 участников, а это совсем другая. Ну, ясно, это доказательство платежей надо будет отправлять. Ну, конечно, надо повиснуть, как же иначе. Подписаться. Подписываемся. Ой, да, ну ладно, давайте вернемся. Так, регистрация здесь наипростейшая. А вот статистика, наверное. Вот так он грузит. Пока грузит, посмотрим, что там Telegram. Что у нас тут? Тут и подписчиков-то мало. Да, 13 человек всего. Доказательства. Интересно, мои где доказательства я сегодня вывела. Вот. Здесь что-то и нету. Такого. Здесь почта. Что-то здесь непонятно. Да ладно. Все равно я вам покажу. Выплату на Faucet Pay. Значит, регистрация. Email, username, пароль. Разгадываем капчу. Кликаем регистрация. И все-таки я хочу кликнуть на статистику, глянуть. Перебросил от блок. Ну ладно. Нет, так нет. Так, это я в режиме инкогнито. После чего, после регистрации, попадаем в кабинет. Здесь все просто. Значит, вот такой вот кабинет. Видим, да? Опускаемся ниже. Ну, вот распилоту можно. Как бы, вот я еще не удаляла даже мое сообщение о том, что я вывела 16 биткоин-сатошиков на Faucet Pay. Вот если нажму на крестик, оно пропадет. Я не стала это ничего удалять. Значит, после регистрации мы попадаем вот на этот кабинет. И здесь, смотрите, вот над этой записью будет тоже запись. Нужно обязательно подтвердить адрес электронной почты. Кликайте, будет такая ссылочка. Кликните, вам отправят письмо. Идете на почту, подтверждаете почту. Опять вас перебросит на кабинет. Вот, и минималка на вывод всего лишь вот такая сумма. 0.007 USD. Да? Это равно на данный момент по курсу, да, идет же 16 биткоин-сатошиков. Значит, опять опускаемся ниже. Что у нас здесь? Реферальная ссылочка сразу у нас здесь. Здесь ничего такого нет, как бы. Ну, вот этот дашборд настройки можно установить, двухфакторную защиту. Ну и пароль. Ничего здесь кликать не надо, как бы. Я уберу, видим, да? Перейдем даже сейчас на Faucet Pay. Я вам покажу сразу вывод.
Я думала, ждать придется. Думаю, проверю на вывод. Минималка у меня набралась буквально за 2 дня. Я откликала, и то при том, что я не кликала всю подряд рекламу. Я один раз на кране собрала и немножечко как бы, ну, на серфинге, да, просмотрела рекламку. Все, 2 раза, и вот, Claim Gain Coin, вот, 16 биткоин сатошиков, видим, 6 февраля платит. Замечательно, где вы тут? Нет. Так, ну вот тут вывод я вам показала. Теперь что? Это аккаунт баланс. Видим, да, у меня по нулям он. Всего у меня заработана вот такая сумма, так как я заработала. Как видим, рефералов у меня нет, так как я только что зарегистрировалась. Я ничего никого не приглашала. И, как я уже сказала, вот. И вот здесь как бы статистика, то, что я делала. Рекламку смотрела, это кран. А теперь по заработку. Значит, поднимаемся чуть выше. И вот здесь наш заработок. Это кран. Кликаем claim. Нас перебрасывают на кран. Разгадываем капчу. Нашу любимую. Сюда claim. Обновляется страничку, так она все подзагружается. Сейчас перебросит опять на домашнюю страничку. Подождем немного. И вот здесь видим, все сообщения идут в правый нижний угол, да? То, что вот такое количество мне начислили на кран. Я собрала. Так, опять опускаемся чуть ниже. Это кран я вам показала. А здесь вот, друзья, заработок. Кликаем claim. Смотрите, вот такая фигня появляется, окошко. Сейчас она загрузится. И вот здесь как бы 3 черточки, это меню будет. Это у нас идет серфинг. Все. ПТС, офервал и далее. Игры, видео. Я только на ПТС. Все. Видим, да? И пошли зарабатывать. Ну, тут рекламки нормально как бы. Давайте одну посмотрим. Нас перебрасывает на страничку, как обычно. Ждем. Идет таймер. И разгадываем капчу. Все, нам зачет. Возвращаемся. Вкладочку закрываем. Следующая рекламка. И таким образом просматриваем рекламу. Ждем, сейчас загрузится. Ну что-то. А старт в воде. Вот так. Ага, видим, да, вот такая еще рекламка. Возвращаемся. Сейчас пойдет шкала. Это можно закрыть. И что-то не идет ничего. Давайте другую посмотрим рекламку.
перебрасывает. Значит, ага, вот ждем, да, немножечко. Разгадываем капчу. Зачет. Возвращаемся. Ну, как-то так. Так, это тоже закрою. Ну, и здесь как бы на крестик. Так, и вывод. Значит, зарабатываем на кране, на просмотре сайтов. Далее, здесь вот отображается баланс аккаунта, полностью всего, рефералы и вкладочка вот здесь вывод. Смотрите, без подтверждения почты, как я уже говорила, монеты вывести не дойдут. Здесь обычный кошелек Faucet Pay. Здесь прописываем сумму, минимум вот такое количество, как я говорила. Так, прописываем сумму, сюда адрес кошелька, кликаем submit. Все, монетки выводятся. Ну, таким вот образом мы зарабатываем. Такой вот незатейливый букс. Ничего тут такого нет, как бы. Ну, а здесь как бы идет статистика ваша, наша. Ну вот, в принципе, и все. Как вот я уже сказала, показала вам вывод. 16 монеток. Вот они. 6 февраля. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Неинтересно, не работайте. Всем удачи, всем пока.